Даже когда переделано 100 дел, у тебя есть силы сделать чуть больше уже сегодня. Просто открой тонизирующий напиток Access и сделай глоток позитивной энергии. Напиток Access Power Drink – это прилив сил без сахара и калорий. Делай то, что тебе нравится, и подари себе яркий освежающий вкус бодрящего грейпфрута и жарких тропиков. Access Power Drink – энергия твоего «я». Это рэп-рэп-лига «Don't Flop», пошумим! Все справа, представься! Согласен, творческое объединение «Травинг Гэнг». Слева представься. МЦ, да ну нахуй, он самый поворот. Андрюшечка, привет. Ебать, МЦ слева, значит, первый раунд. Эй! Все эти батлы ни о чем, я в твоих глазах прочел. Ну ты ошибся, Чесноков. Итак, ну что ж, начнем. Ты белье своей тёлки снимаешь аккуратно. Я же белье своей тёлки разрезаю предметом острым, чтоб в темной комнате все было видно. Натираю ей пизду фосфором. 50 оттенков монстра, блядь. Обычный псевдо-эмси, который пришел сюда зачитать, но только толку в том. Ты можешь поменять игру? Согласен, на Зака-Закаком. Какого черта в этой преисподней ты делаешь, браза? Твой рэп это канат, так что давай, завязывай. Эй, красная песня, смотри, как рифмует настоящий эмси. Нет, ну, знаешь, я бы тоже так мог рифмовать, если бы. Да вот в том-то дело, что мешает, если бы. Я хотел кинуть с тебя айфон, но я не сяба, чтобы кидаться огрызками. Я просто возьму тебя сегодня и взъебу, как Шургину на отписке, блядь. И пока ты там своим киском в уши тискал про хасл и флоу, мыкая с ними по разным тусам, пастыри зажигали свечи, и у меня был батл с Иисусом. Я выносил его грязно и устно, с ног до головы поливая мусором. Говорят, свято место пусто не бывает. Пиздят, теперь там просто пусто. И ты можешь пойти по моим больным мозолям и сказать, типа, я ебал твою мать, но все равно нарвешься на подъеб жгучий. Смотри, я такой подхожу и говорю, мам, ну как там вообще с оппонентом в постели? Она такая, Саш с отцом намного круче. Ты мои хуйни, ты можешь меня закидывать своими мячиками, дабы сорвать овации. И слышь, ты что так на меня, блядь, косишься? Даже фига не косится, хотя это нормально так. Заткнули, блядь, свои пасти тут. Ведь я накинул снасти тут. Сорву тебя без ластика, и мне вообще плевать, какой ты масти, друг. Ты мне противен, словно свастика, значит, блядь, вообще не друг. Пиздуй на власть и передай, что лучший батл рэп остался тут. Отвечает МС справа. Я начинающий батл рэпер, мне дают советы, я им верю. Но у меня к вам одна просьба. Отсосите вы его, блядь! Я тут фишку просил, пусть ответит на вопрос, кто считает, что он спец и мастак. Кто быстрее пойдет ко дну? Ебучий нулейм? Или тот, кто в местной тусовке не бэнимэ, вольный средняк? Не спешите пока отвечать. Ваш покорный слуга никогда не перестал рудиться, но через эти рассуждения, вы сами того не хотя, согласитесь с моей позицией. Поведай-ка нам, Саша, какой у тебя запечатанный багаж. Куча ебучих треков, батл с Вейвом, матерью батл для текста, даже 2 из 5 с натяжками даже. Посмотрев на тот батл твой, я охуел. Текст построен на фразе «Эмили жирная». Не сказать, что твой довод очень смел, блядь, но фантазия у тебя реально обширная. Это ж надо спиздануть, панчи, блядь, прожить, где с тобой напротив Эмили. Как ты до этого батла, блядь, вообще дожил? Ладно батл, ладно шутка на злобу дня, у него треков дохуя. Я наткнулся на один, и чуть не упал, блядь. Model Vision, блядь, охуенно. Model Vision нормальный, я попал больше смотрелся. Не пиздите. Блядь. Model Vision, я прям сплю и вижу. Саня хотел быть услышан, пришел Model Vision, рок-н-ролл разъебался, куда некуда, пизже.
Кто не шарит, я объясню. Монолыжный — это модельное агентство, где красивых девочек учат ходить по подиуму, пиздеть для тетю, куда деваются у деньги с карты. Но мне стыдно очень, что все вопросы. Это был пиар-код, а не трек на 8 марта. Пацан хотел заработать, но хуй ты пристал. Но есть момент в песне, от которого я прям привстал. Я даже сейчас говорю. Ооо, круто! Даже у него встал. О, нормальный парень. Нет, дальше полезет. Битмар пиздатый, Black Rose респект, мой текст пиздатный, твой парк пиздец. И мне, как и всем, тут такая бесценная. Быть на ней это всегда бесценно, но бесит даже не респект проекту фальшивый. Бесит жажда легкой наживы. Твой хип-хоп бы стал смешливым. Я не прав, но так докажи мне. Саня, ты наверняка наипиздатейший человек. Но услышав твое дерьмо, у меня свой угол. Респект, переделать к нему подход, и я кину тебе респект. Если он кому-то нахуй нужен вообще. Нет, шумите. А теперь вернемся к началу. Батл, битва, его оппонент здесь я. А у меня ни трека, ни зашквара, нихуя. На ваших глазах начинаю батловую кучку, знает, куда приведет, надеюсь, не наебнусь. Да не всем поебать, какой текст. Подавайте, ладно, уверенно. Но мне похуй на мнение, у меня другие намерения. Я пришел сюда ложиться под каждый поезд, как Анна Каренина. И пускай за плечами стена. Ничего, мое крю опустело до дна. Кто-то пожаловал, под съебом дал. Кто-то предал. Я живу, чтоб умирать. В моей гвардии, блядь, отмирал уже на похоронах, возьмем программу бывал. Ромка пал. Кому душой не вникают, могут выйти на улицу. Дело ты батла, теперь обезоружен. Мы с ним понимаем, что пройдем оба путь, что пиздешь в рамках батла. Так что не обессудься. Я в процессе батла фишку просек уже не одну. Пусть ответит на вопрос, кто считает, что он спец и моста. Кто быстрее пойдет в кадру? Кучи лунели? Или тот, кто вместо тусовки не понимает? Горни средня. Я отвечу за вас. Жаль, не знаю, как правильно донести, кто дойдет до финала. Блатной пидорас. Как кто-то Алекс Фокс МС. Раунд! Пошумим за МС слева! Это Red Flag, Лига Don't Flop!